Да уж, приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Артём, машина! Что-то не нравится мне эта встреча. Пойдем. Они в поселке тормознут. Все около дома с антенной. Понятно. Что с бойцами, Дамир? Степан совсем плох. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить, а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача — поиск воды и топлива. Принято. Поднимай бойцов, готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, иди сюда! Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Привет, Артём! Что там с помещением, идиот? Вроде касса раньше была и камера хранения. Рухляди всякой полно. Надо будет прибраться.